Целый город в Атырауской области сидит без воды. Виной тому бумажная волокита в Министерстве индустрии и новых технологий. Чиновники остановили работу по освоению подземных источников воды. Планировалось полученную живительную влагу подавать в город Кульсары. Проектом занимается одна из местных компаний, которая уже провела контроль технического состояния скважин. Но из-за бюрократических препонов в Министерстве индустрии, где вот уже несколько месяцев не оформляются документы на право освоения подземных источников, компания вынуждена приостановить проект.